Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня хочу поговорить с вами о таком полезном продукте, как агар-агар или же агар пищевой. Это природный полезный заменитель желатина. Агар – одно из самых сильных желирующих средств. По своим свойствам желирующим он превосходит в 10 раз желатин. Для того, чтобы развести агар, нужно залить его водой, а потом нагреть до температуры 95-100 градусов, но не кипятить. Давайте посмотрим, что из себя представляет агар. Это вот такой легкий порошок. Он очень-очень мелкий, мельче, чем мука. Применяется агар в основном в кулинарии и кондитерской промышленности вместо желатина. Маркируется он пищевой добавкой Е406. Он не содержит в себе вредных веществ, хотя маркируется буквой Е, а наоборот он очень полезен. Агар-агар или агар пищевой, он низкокалорийный, поэтому его рекомендуют диетологи применять желающим сбросить лишний вес. Он очищает кишечник. Агар очень полезен тем, что в нем содержится много макро- и микроэлементов. Конечно, агар нужно употреблять с осторожностью, потому что и избыток в организме может привести к неприятным последствиям, он может спровоцировать диарею. Суточная доза не должна превышать 4 грамм. Многие задаются вопросом, где же можно приобрести агар пищевой? Ну, конечно, в больших гипермаркетах он должен быть. Допустим, гипермаркет Metro Cash & Carry, естественно, торгует этим продуктом. На банке с агаром даже написано примечание, что одну чайную ложку агара нужно залить одним стаканом холодной воды, бульона или сиропа, размешать и оставить на 1 час для набухания. Поставить на огонь и постоянно помешивая, довести до кипения. После этого охладить. Агар застывает при температуре 45 градусов. Спасибо, что посмотрели мой видеоролик. До свидания. Пока-пока. До встречи на моем канале.